Так, процесс пошел. Мы что, в эфире? Сейчас проверим. Блин, Да, меня пока не в сети. Течет? я Течет, я вижу. да, вроде есть, да. Сейчас обновлюсь. Да, потекло. Так, Дратути, дратути. потекло, но в бою нужно быть храбрым, Уэс. Я и так храбрый. Или нужно нажать А чё у готовность, тебя имеешь в виду? потекло тогда? Победная это сусло. Победная жидкость потекла. Да-да-да. Ага. Так, ну да, я тоже готов, нажал. Командир Антон Да я воль. зовет Ой, нас сегодня я воль. куда? Никогда не был так близок к провалу. Я ой. Я ой, да. Ну ладно, чё, в путь, чё Просто у тянуть-то? нас какая-то там Да, японская правильно, все компания, да? сразу. Или что? Короче, да, Вернись всем как. здравствуйте, добрый вечер. У нас сегодня в эфире я, Даур Авицба, наш командир Антон, Уэс и последний по значимости Илья. Итак, Когда начали своими булить руками. Илью? Че Точно. сегодня мы? Я хотел сказать, сегодня мы своими руками будем играть в Enlisted, битву за Берлин. Ага. Да, А обычно чужими играем. что у нас сегодня, кстати, там на повестке дня? Ну, Куда? сегодня мы покатаем битву за Берлин. Здесь помимо города недавно новые карты добавились. Надеюсь, мы попадем. А они такие, типа, за городом тоже. Ага. Зелененькие, красивые. Там переправа была и с паровозом. Надеюсь, на них как-нибудь О, подожди, нарваться. а я, кажется, Паровозик справа вспомнил. Томас. Да. А мне что тут на иконке какие-то пальмы? Что-то на Берлин не похоже. А, все, я понял, это просто. Это Это новости. просто. Нет, ну ладно, мы сейчас канцелярию сразу возьмем Новости первым делом. Enlisted. А мы здесь будем как в Call of Duty флаг ставить? Нет. Мы здесь будем лучше, чем в Call of Duty флаг ставить. Будешь ставить на место команду противника. Так, я О, это я снайпер, люблю, это я все. люблю. Начался Да. захват зоны. Все, А погнали. мы же все за одну команду, да? Да-да-да. Мало ли. А можно против своих воевать? Ну, гранатами, да? Так, на какую точку идем? Е или Б, Ну, С? Е сейчас обстреливают. Надо ждать. Я вижу Б А. уже, нафиг захватывать, надо дожать. Там, А, да, как какой-то ну и шухер на Б. да, во втором часу мы поиграем опять в кастомки, как в прошлый раз. Если кто желает, как бы ставьте себе игру. Ставь класс. Ставь Лукас, ставь игру, и потом по нику, пока Антон, залетайте в пользовательские матчи. Меня убил Можете чувак с именем... отстрелить. Ну, мы С именем когда дебил. начнем в это, ну, кастомки играть, там покажем, как оно. Главное, Как оно чтобы игра сейчас стояла, заходит. и вы могли оперативно зайти, да. Да, за это время, чтобы установить, если хотите с нами попробовать. Блин, мне предложили бросить гранату, я, короче, бросил, ну, уже будучи Тебе на земле. предложил враги? Интерфейс. Толкни ко мне Я медленно. А потом у меня появилась кнопка вылечиться. Я, короче, начал лечиться, и в это время взорвалась граната. В Ты, общем, короче, меня руководствуешься всеми кнопками, обманули. которые тебе пишут, да? Ну да. А чё То есть, стоим? если ты не можешь Го. убить тиммейта, ты все равно найдешь способ, как совершить мимо тебя У него действия, да? какой-то специальный там этот написано «Убей тиммейта». Там «Press kill to friend». Press Ой, зараза. something. Press any key to kill any Так, one. я тут гордо пытаюсь дэть... Ай, ладно, не пытаюсь. Блин, взял снайпера, а чё-то... Жопа говно. Мне не нравится, что очень много снайперов. Я хочу, чтобы у каждого прицел был. Дай тебе прицел. Я люблю стрелять от мушки. Надо оружие найти специальное. Я О. то сейчас за самолет сяду и Уэс, начну. я за тобой. Банзай. О нет, О. о нет, о нет! Подпрыгивай. Какой банзай? А мы в Пошли прошлый спать. раз уже взяли Японию, и поэтому теперь у нас бонзай. Мы понабрались у них всяких словечек. Да-да-да. Нахватались. Так. Ладно, пацаны, я... Строим тяжелое вооружение. Я забыл, как отметки давать. В. Скажите, как на...
Ви. Ви, значит, метка. Блин, а я оружие бросаю на кнопку. Наверное, мне что-то другое. Это, видимо, перенастроил. Ой, блин. А пацана как менять? Пацана? Пацана? Блин, не мышечная. На Y, по-моему. Да, ну, да, у меня, да, по крайней мере. Да. На Y. А где все? Что-то я не понимаю. На А. Ну или, да, на А. Я на А. Ну, видишь, их как-то... У них не получается. А, вон, а, все, окей, погнали. Я тут один вообще. Сейчас, сейчас, сейчас буду я один там. Просто толпой пришли и что-то все полегли. Толпой же. Бля! Так, самолет, кажется, все еще не моё. Ты чё за... Тут жахнул так неплохо. Не, самолет нам намного лучше стали после релиза. Мы костер захватываем, потому что здесь тепло? Да, погреться. Голову на Берлине. Я сейчас буду летать, давайте мне метки, куда это. До сих пор, блядь. А, я сейчас буду летать. Так. Блин, сука, темно. Вообще не видно. Да, там я тоже запутался и, короче, меня убили. Ну там из-за огня оно еще прям слепит. Я просто когда стримлю, плохо играю. Вот когда я не стримил, я играл хорошо. Не играю. А, блин, их на точке очень много. Там, кстати, если что, можно с фланга обойти. Я сейчас с воздуха обойду, только надо понять, куда. Ну, они все в доме, поэтому, я не знаю. Выманивайте их. Ай. Фланг дома, идите, пожалуйста. Фланг капкан. Так, 5 это граната, да? Ага, окей. Ха! Прикинь, я думал, что здесь нет двери, а тут она есть. И меня сразу... А, все, я здесь. Так, мы заняли точку. Там осторожнее в проходах, потому что они шпарят, не со всех сторон зайти. Ах. Осторожнее со своими проходами. Это правда. Как говорится, держи проход. Ничего себе, у нас в чате Docker Cool говорит, что делают модельки на Enlisted, и их его модельки можно видеть на тихоокеанской компании. Прикольно. Козырно. Жалко, что мы сейчас в Берлине. Ты делал что-нибудь в Берлине? Тихо-океан. Вот я убил, а, я убил его модельку только что, видимо. Чувак с огнеметом. Все, мы А заняли. Дайте какую-нибудь метку на танк, я готов стрелять. Я зарядил все пушки свои. Вон он, где-то там был. Вроде бы. Ну, по крайней мере, если его не взорвали. Какое-то время был там. Забрать бы огнемет. Огнемет. Тут только основное можно подбирать оружие вражеское. Да, огнемет нельзя. О, блядь, ебай! Самое печальное, вот ты когда одним солдатом подбираешь какое-нибудь хорошее оружие, там, основную снайперку, она у тебя во второй слот ложится, тебя убивает, и он не выбрасывает. А, все равно убила. Снайперку, выбрасывает свое основное, типа. Зараза. Это обычно бывает именно, вот знаешь, проблема, у тебя один снайпер в отряде, три винтовочника. Снайперы убивают, ты винтовочником побегаешь, берешь снайперку, второго винтовочника убивают, и вот тоже это. Короче, одна винтовка. А у него уже не подобрать, да. А. Фига, у нас все точки под контролем. Это че? Нет, без А отнимут. А, там отнимут сейчас. Там гранаты меня, короче. Давайте на А. А-а-а. А-а-а, сейчас отнимут эту точку. Говорит, на Берлине ничего пока не делают. У тебя есть 2 часа, чтобы ты что-нибудь доделал на Берлине по барабану. Давай, ты успеешь, чувак. Да чё они там постоянно все? Самую маленькую, о. Блин, граната. А вот тебе метка на танк, или ты уже не актуален? Я уже все, я уже слез с самолета. Понял, что не моя. Скажем так, да? Слез. Да-да-да. Вышел из него. Блин, кстати, перед этим катал. Это... У меня получилось спрыгнуть на дерево, и я не умер, короче. Десантироваться я уже подлетаю буквально в 100 метрах. Прям в письку ему попал, прикинь.
Думаю, не вытяну и... В итоге упал так. На дерево. Мне реально на В отметка противника, и при этом еще я и бросаю оружие на эту кнопку. Ты приносишь это. Приносишь жертву. Вон противник, сдаемся. Предлагает сдаться. Вообще не веришь в нашу победу. Так, ладно, у нас какая-то. Че мы тут скопились все? Погнали. Вперед! Так там вражеская это. А, нельзя туда. Блин, извините, я не хотел сдаваться, я просто хотел их убить всех там. Блин, укрыться ж нельзя, собака. Убежал. Патрошки кончились. Убеди, дура. Да. Так, держимся, да? Все. Смотри, он справа хочет обойти. Ты зараза. Это плохо. А, у меня патроны. Нашел. Патроны закончились. Помогите. Какой кнопкой выбросить оружие? Зачем выбросить? Та же, которая смещает противника. Если. Или где у нас патроны? Патроны где лежат? Ты можешь на трупе подобрать. А как? В любом. Ну, подходишь на F, зажимаешь. А, F, все. Там зажать. Блин, у него там только 5. Там много. Да, только 5. Ну, если точно такое же, то... А, значит, 5 трупов должно быть, ладно. Блин. Как я переключался. Разно. Ну, точку сбора мы уничтожим, почему так? Блин, а что тебе топать заново? А, все, разница. Победа! Как-то вообще изящно, конечно, получилось. Ее! Даже не вспотел. Затащили, короче. У меня тут какой-то усатый чувак. Вот. Наш мало играет за них. Буквально. Так, все, окей. Че, ну я не последний по значимости, наверное. Может, у нас есть штатный последний по значимости. Спасибо, Илья, за то, что. Спасибо за то, что ты не позволяешь нам заполнить это пространство никогда. Это шутка, конечно. Грустная, но шутка. Да. Так, у меня, значит, Булгаков в команде. Вот так. Мы рады за тебя. Еще Горохов. Он поел гороха предварительно. Блин, сегодня катки долго и ищутся, может, никого на Берлине нет уже. Да все уже, мы же победили там. Все ну разъехались. Да. Там уже 7 секрет как никто, или сколько там. Ну, мне понравилось стрелять. Вот у меня Илон Маск стоит в отряде. Вот поэтому мы победили. Илон Маск. Скажите ж, похож, чатик. Ребята. Все уже, не успели. О. Все на Тихом океане мои модельки разглядывают. А мы с ними пойдем туда? На Тихий океан? Да. Можно. Еще нам никто не воспрещает. Можно. Ну да. Вот, это одна из новых карт про поезд. Ну-ка. Только там надо его останавливать. Мы с точки. Надо сделать так, чтобы паровозик не смог. Да, да, да. Я как паровозик Томас. Кстати, вот если кто снайпер, вот это отличная позиция, блять. Пометь-ка мне. Вот эта вышечка, если на нее залезешь. А. Давай туда тебе даже патрошек сделаю. Она просто простреливает всю карту. Я тогда сидел. Прострелили. Не, ну фига, вот вы там далеко. Шикарно. Сейчас заснайплюсь. А там кто-то сидит, да? А, нет, ты отметку поставил, все. Да, это я просто.
Так, в мою сторону уже шмаляют. А я уже был решил. Паровозик начал ехать. Блин, там на машине ребята едут. Подвезите нас тоже. Блин, тут только наши вокруг, а противники вообще есть? Или... Или а мы просто там этот поезд останавливать вообще, в принципе, надо, чтобы на нем людей не было, короче. Он едет, как... ну это как это, как точка, только она динамичная. Короче, тут тебе два ящика построил. О, спасибо, спасибо. Я не в ту сторону. Ой, блять, это я не в ту сторону построил, сука. Блин, за деревьями не видно ни хера. Я хотел бы спрятать. Ладно. А ящики бесконечные, да? Нет. Нет. Ну, в смысле, нет. Я могу с одного ящика бесконечно патроны собирать. Нет. У него есть ресурс. Тоже нет. Блин. Поэтому я тебе два построил, и сзади еще один третий. Вот здесь, смотри, еще тебе. Ах ты! Мешки с песком, чтобы тебя с легкостью не убили. Пацаны, меня убили. Ну, Дауру надо было мешков накидать. Пока. Жесть, короче, меня замочили. Меня вальнули, вы понимаете? Меня лишили жизни. А! Жизнь не идет, в смысле. Я сорвался с лестницы, извини. Так. С этой стороны. Блин, что такое? Я тоже только своих вижу. Они там, за поездом. До поезда еще, видишь, еще 200 метров. Да просто, блин, деревья вот прям между мной и поездом. Можешь сходить чуть поближе, вот здесь соседние есть. Можешь сходить же в магазин пока. В магазин сходить. Кстати, попробую, да, на второй вышке. Ну, за патронами придется бегать на первую. Да это я понял. А я спуститься могу. Там осторожнее. Так, есть... поезд остановился. Как-то неоднозначно. Вот что-то у вас... О, я вижу, я вижу! Я прозрел. Надо чуть потерпеть, да? А, вот они еще... Блин, там чувака у сейчас руку... А, руку отрубило. Бы, если бы тут была расчленёнка, конечно. Почему наши сидят на поезде, а он все равно двигается? Он там сидит. На нем больше. Он в нем сидит. Больше не наши. Да. Ну это как на вот точке, чем больше людей, отпустил. Он в ту сторону двигается. Оп. Тут типа качелька. О! Перетягивай. А! Блин, я же убил его, там еще один, видимо, был. Воу. Ну щит, а. Держитесь, щит. Пацаны, я иду, я иду. Я, ну, о, я сейчас, я приеду на танке сейчас. Ну все, блин. Так. Местами такие звуки, как будто Звездные войны, прям что-то летит такое... Пиу-пиу-пиу. Я занял зенитку. А я перееду машину, пули если... Пули нужно контролировать. Ну, в смысле, рассчитывать. Что-то стреляю, попасть. О, попал. Слушай, я на танке, а ты сейчас, Илья, на вышке, да? Давай закосплеим эту сцену из спасения рядового Райана. В смысле, ты хочешь меня взорвать или что? Да, я долбану по вышке из танка. Тим Килл выходит на новый уровень от долбана. Это теперь не просто Тим Килл, это теперь отсылки. Это красиво. Давай, я тебя тут прикрываю. Почти. Слева много. Да, они все бегут. Я просто не могу, если они достаточно близко подходят, я их не могу прострелить. У меня ствол не нагибается так низко. Так, да. Все время стоит высоко, да? Да. Задрано, так сказать. Воу. Победа будет за нами!
Так. Ну я на танке, короче, подъехал. Блин, я застрял. А, нет. А, блин, оно не перезаряжено. Пробел, если что, по-моему, этот, еще автомат есть. Да, да, да. Но у меня что-то перегрелся или... А чё они не умирают, я не понимаю. Я вот стреляю прям в их этот... В их кучу. Ну, может, это респа, она может это... Типа они там без лимитные? Аур, лови подарок. Чё? Чё за подарок? Ну вот, видел взрыв перед тобой? Понятно. Так, ладно, всё. Я, блин, танкист. С пистолетом. Сел на танк, ладно. Чтобы стрелять с пистолетом. О, там этот чувак с ракетой. О. Я его что-то снять не могу. Ладно, меня убили. Ладно, я плохой стрелок с... Фига, сейчас самолет там рухнул. Пришлось. А как на велик сесть? Никак, велики еще не ввели тут. В смысле, вот там стоит. Ну, как механику игровую. Кто такое? Минус башка. Что ты? Пули слишком долго летят. Я там вас накидывает. А! Что-то я, да, слишком на открытом месте. Кто там дым пустил? Спецэффекты. Уэс, ты тут? Я тут, да, да. Я просто стреляю очень увлеченно из пулемета. Кайфово. Блин, я... Сзади. Я тупо не могу понять, по какой... Какая тут баллистика вообще. Стреляю на опережение, все равно не попадаю. Стреляй метко. Стреляю метко и насмерть стреляй. Значит, не так метко стреляешь, как тебе кажется. Да нет, вот он стоит на месте, я целюсь даже не в голову, а посередине, а что-то попадаю... Так ты между полушариями мозга пробиваешь, далеко? И все, и мозг не задет, как бы. Далеко? Ну, я на вышке. Не, ну, баллистика плюс... Может быть, эффективная дальность невысокая у снайперки. Надо снайпу прям такую взять, которая снайпа. Чуть подпрокачать там вот это все. Это тебе не колда, где... Хитскан, снайперки, из баллистики. Ну, да, я играл снайпер Ghost Warrior. Блин, все хорошо в этом ППШ, но две обоймы и скорость стрельбы превращают тебя из бойца стрелка в бойца милишника через секунд 40. Ты что, враг у ворот не смотрел? В одни руки ружье, в другие руки это... Обои. А ты города? Мне больше нравится, я книжку читал, там он описывает... Ну, не враг у ворот, а... другую, про Вторую мировую, говорит. Ну, ППШ очень удобный автомат, ну, в перезарядке. Первой рукой ты берешь... Ага. Этот обойму, второй рукой ты берешь патроны, третьей рукой ты отгибаешь пружинку и заряжаешь спокойно. Нормально так стоял с пулеметиком. Мне предлагают самолетик приобрести.
Слушайте, а я зашел в меню, и тут, оказывается, есть отдельная клавиша на выбросить оружие. Только ее нужно самому, походу, обозначать. Потому что... А зачем ее выбрасывать в этом смысле? Не знаю, просто Даур спрашивал, и как бы... Да я много чего спрашиваю, не обязательно отвечать на каждое, что я спрашиваю. Давайте-ка мы куда-нибудь сходим. А что я... А, вот так. Что-то я там улучшил, так, что-то я там прокачал. Так, а мы все тут вместе или нет? Я не вижу. Или я один зашел? Ну, мы пока в меню. Да, я пока не вижу. Ага. Так, а где наш? Ты уже включаешь или что? Ну, я не то что кастомку, я пользовательский, чтобы... Зенк в чате пишет, у Даура тоже много что спрашивает, и он не отвечает. Давайте попробуем. Да, это правда. Другую компанию. Это правда. Битву за Москву, например. Так, погоди, надо посмотреть, что там по отрядам, наверное, шерстить. Мне этот беленький нравится, чувачок. Давайте битву за Москву, это ось. Подкупитель на ось. Че, ось? Да. Ось? Ну, Стас. Да, на ось. Мне нужно приобрести отряды союзник. Или? Ну, если надо. А я не знаю, надо или нет. Я просто не всегда понимаю, что тут где. Ну, вот слева смотри. А, ну у меня уровень слева. Компании там надо прокачивать, мне не хватает, видимо. Ну, у меня там несколько есть отрядов, вот, наверное, хватит. Вон у меня какие-то на фрегатах есть. Чувачки. У нас там премиум есть отряды? Ну, где их смотреть? Я готов в целом. Ну, они такие помеченные. Значки у них. Я себе снайперский взял премиум. Возможно. А, есть у тебя. Я вижу, есть все. Да? Это вот эти вот слева вверху крестики? Да, потом... да. Ага. Да, тебе хватит. Что мне сделать с ними? Ничего, полюбуйся. Улучшить? Они улучшены вроде у меня. А, может, в этом есть их отличие? Что они улучшены? Ну, я другие тоже чуть улучшу. Все, запускаешь? Ну, там все готовы? Да. Ну, да, вроде да. Ну, всех мне московская больше всего нравится, она самая такая. Она красиво, так... пипец, и мне снег нравится, как здесь классно под ботинками прогибается. Ну, она одна, она первая еще, потому что и в нее пока в других добавляется, появляется новая компания, а в эту раз еще карта там закинется, что-нибудь. Это... В линию прокачки за еще что-нибудь, новый уровень докинут, танчик еще. Все, что-то я успел прокачать. Окей. Чувак больше на сантехника похож. Чем на солдата. Усатый в шляпе или что? Да нет. Мне усатые сантехники не попадались. It's a me, сантехнику. Так, ну здесь что? Сантехнику. Давай этот сделаем. Стопгеймовский перевод нового Марио. И сантехнику. Кто из вас будет Луиджи? Главное. Кстати, а когда Марио в следующем году, да, выходит? Наверное. А это вообще, это типа полнометражка будет или? Это игра. А, вы прыгаете? Нет, подожди. В кинотеатр приходишь и играешь. Все, я понял. Зараза, там огнеметчик его снять, да, это хорошо. Ну, давайте метки, я на арте, ой, на арте, на миномете сижу, вот, если... Вот, танк. Не, ну тут говно рёт. А танк я не разберу. А, танк пустой, по-моему. Подожди, это не танк стрелял все это время. Скопление людей. Все это время стрелял... Вот это вжаривает какая-то херня там. Да.
Она далеко. Не, у меня надо, я могу только на 200 с моей позиции. Я до нее добрался, если вот что. Тут, по-моему. Ты так. Меня накрыл. Там добей его, кажется, я не добил. Давай в бункер. Я уже в бункере. Ты не мне. Мистер Бункер. Так, там кто-то в этом, в окопе, в траншее роится. Ну, ничего-то не высовывается. Да, чё я умер от... Я... Поставили. Я танк. Ноги исцарапал колючей проволокой и умер. Да, тут как... Ну, так, ну, сепсис. Реоризм. А вот да. Это вот... А, нифига, короче, танк бахнул прям в бункер, а в окошко. Блин, а столько там. Точек, я вот просто цифры не могу... Бери какую-то поближе. Так, все, я зашел в траншею, я там, если что. Сейчас по танку прилететь должно. Блин, я что-то... Я забыл, как помечать точку, и я не нашел что-то в настройках. Ай! Обидно сейчас было. Это сейчас было обидно. Блин, по умолчанию она В, вот прямо отметить противника. Она у меня даже подсвечивается. Да, В. Все. Да не видно. Ничего. Ожидание в очереди, что? Дайте мне повоевать. Ожидание. Во-во-во, там толпа. О, самолет. Мне только спросить, да? Я не повоевать так. Да-да. Я не буду стрелять, честно. Только спросить. Я так спрошу, куда стрелять, и все. Ой. Тихо. Наши захватывают точку. Фига. Вот это сейчас красиво было, а? Зацените. Какая режиссура момента. Не, она, кстати, может генерить прям игра. Прям моментики бывает. Клево. Там самолеты летят, что ли, я слышу? Да, он на вас нас заходит. Вражина. К нам в окоп. Как он пробил? Я, где мои остальные? Такая толпа просто прилетела. Я со снайпой стоял, ничего сделал. Там справа какой-то танк, вы можете его пометить? Может, кто-нибудь видит его? Ладно, все далеко. Может, я пойду с ним сражаться? Справа давай. Я еще есть, как танк. Да что такое? Мне давай, вот я тоже на танке. Го. Сейчас я тебя догоню. Танк на танк. Да, давай. Го, танк на танк. Да ты тебе только дай возможность. Так. У меня противотанковые заряжены. Там, кстати, может... Я вражеский танк. Ага, вижу. Убей его, короче. Да что за говно-то? Убей его, а то я убью тебя. Так, он там где-то прячется. Че, застрял? Не, я стреляю по танку. О, кому-то прилет. Получается. Что-то не получается. Попали? Танк, все. Я не понял, это я попал или ты, но окей. Кто-то попал. Я застрял! Нет, я застрял! Помогите, спасите! Даур, вытолкни меня! Step brother! Are you stuck? Please, help me, Даур! В танках они пока еще не застревали. Step sister. Ой, блин, я не доехал, короче. Да что ж, сука, я даже в упор с этого пулемета убить никого. Че за... Кто придумал эти пулеметы? Попытайся тяжелым пулеметом с рук пострелять точно. Какая да. Надо ложиться, садиться. Лучше всего, если к полу ложишься и сразу ставишь на упор, тогда он просто как снайпер фигачит. Уэс, я не доехал до тебя, если что, там меня подорвали. И что мне теперь делать? Как вообще? Покинуть танк. Да, что такое? Я только пришел, меня разбомбил кто-то. Это были вы? О, а мы точку взяли? Видимо, да. Где так, был? Потом они на холме в лесу бегают, да что-то. В белых костюмах. В белых халатах. Снайпер. Ой, тут кто-то с огнеметом. Да как? Так-то? Где он?
Ага, вижу. Лево, в лесу какой-то сраный снайпер, блин. Не успел я, блин, он меня... Я его снял. Молодец. Умница, Илюша Рифов. Жалко, что последний, но... Ах ты! Вижу еще одного, или это наш... Нет, это наш или не наш, я не понял. Так, все, я иду в снайперы. Сгорел на работе. Да. Так. Блин. Ну все, держитесь. Я, блин, снайпер нафиг. Так, а как лечь? Ах ты ж вычислил меня, говнюк. Главное, я их не вижу, они меня видят. Как так? Так, нам надо продвигаться. Че мы на этой линии фронта тусуемся? Вы че? Убираете? Да не видно ничего, куча тел везде. Так ты зажмусь и беги, как бы. За себя и за Флина там. Криком. Погромче. Кто? Да, у меня там снайпер просто божит. И в лесу ботик. Что-то сели. Квест там есть, кто слева? Ну да, там они... От меня справа народ где-то. И спереди были. Хотел гранату кинуть, я его убил. Сейчас граната взорвется? Я видел прямо на моих глазах. А кто это летает сейчас? Он еще ну, такой. Ну, один наш был, один не наш. А. Ну там синенький. Кто-то там пытается самолет сбить с этими пулями. Ну нет, здесь есть зенитки, они. А-а. Можно. А, мы же их как раз захватываем, да. Кто мою зенитку? Я ее захватил, честно. Блин, это у него там этот ракетный танк, видимо. Я смотрю по этим. По прилетам. Опять огнеметчик какой-то балуется. Уэс, убей его. А, он нет, тебя убил? Он жжет вообще. О, кажется, убил. Вымечиваем его там промеж полости. Там еще. Блин, где-то там на холме. Или его уже убили? Пока еще вроде бы нет, пробуем на спин зайти. Есть. Опа-опа. По центре. Ну, чё так жестко-то? Почему мы не побеждаем, ребята? Ну что у них? Не, ну много людей. Это нормально. Одну захватили, у нас еще больше половины. Но возрождение, так что скоро... живем. Ну это как херово. Я тебя видел. Блин, тут справа заходит, наверное, там респа где-то справа. У меня весь отряд полег, я остался один, ребят, остался один. Я на точку зашел. Ты сказал, что я тебе... Давайте на точку. Говнарь в кустах засел. Пошли. Ой, там с огнеметом кто-то жарит. Это опять. Не наш с огнеметом. Бля... Убил огнеметчик. Я только появился и сразу сдох. Как так? А ты как уже сдыхал, видимо. Блять, нас обстреливают. Ну что такое? Ну, все, минус точка. Взрывается, че за вообще? Блин. Да ну че? Забомбили нас чем-то там. Первая у вас была такая, первые две катки. Для тренировочной. Сейчас пошла война. Да сейчас мы их порвем. Даже? Артиллерия заработала. Надо на точку заходить, если на точку не заходишь. Так. На Т
танчики. Кстати, вы когда на танке играете в режим этого наводчика, переключаетесь? Ну да. Ну, в смысле, от первого лица, да? Нет, ну, когда первый включен, это командир, а второй вот именно из дуо, там получше видно, и это все. Да-да-да, из дуо, конечно. Механик. Я из дуо всегда стреляю. Так, откуда? Откуда? Из дуо. Прям ползу. Из дуо стреляешь. Ну да. Там циферками переключаться, как в батле. Это не знаю. В батлу я не игрок. А вот вы на лице. Да. Ах ты. Блин, там на горе танк сраный стоит, надо его забрать. Есть. Я вот сюда хочу. Погнали. Танка нету, выигрываете теперь. Йо, я нашел себе место. Ты долго искал в жизни себе место, да? И вот ты его нашел. Это место в Enlisted. Я не последний. А, меня танк чуть наш не переехал. За что вообще? Прям наш? Заходите на точку. Это, может, были шпионы? Я постепенно продвигаюсь к точке. Откуда? А, Илья, поздно ты его убил. О, вот это мне прилетело сейчас. А, смотри. Топ. Все, от нас ни черта не осталось. От отряда нашего. Так, надо справа так там зайти. Он прям шпарит вот слева. Там ракетный танк стоит. Ну, херачит. А он это нон-стопом? Ну, типа, без перерыва. Не знаю, он может прям на этом, знаешь, на точке с этими патронами стоит. Да ну! Херачит, потому что он очень далеко. Жесть. Задолбали бомбить уже. Черт. Я его выцегонить не могу. О, кого-то я уничтожил. Ой-ой-ой. Блин, ну найти. Вот здесь они толпа идет. Наша команда начала захват. А! Давай. Вижу. А, вот он стоит. Танк на точке минус. Блин, надо было добить его. Ракетный... Ай. Я потихонечку захватываю. Я даже один остался. Я через кусты проехать не... Блин, да как? Кто? Меня, что? Скорее всего, скоро взорвут, но я его хотя бы как укрытие сделаю. Жесть, точка под таким обстрелом жестким. Гранатомет, всякая хреновня прочее. Взяли. Там прям ракетчики машнят. Так. Сейчас попробую на холм забраться. А наводчик он стреляет тем же самым, просто другой угол обзора у него. Да ёб твою мать. Кто тут гранаты ебаные разбрасывает? Откуда? Да. Блин, фига мощно берется, конечно, в Москве. Танком не промять. Ну-ка. Я приехал на точку, но я на танк. Блин, он там стоит, пошмаливает, засранец, и все. Ну, танк нам ничем не поможет. Да? Ну, то есть он не умеет захватывать. Ну, за меня прятаться. Ну, только если. Опа. Какие вообще мячик. Шансы попробовать сбить самолет из танка? Мне кажется, здесь это близко. Ну, можно. А, реальному. Я убил огнемячика. Я горю, что ли? Чё у меня огонь перестал? Я горю уже. Чё так потно в этот раз. В прошлый раз как-то на расслабоне было, а в этот раз прям потеем.
игра пошла, потому что... Блин, огнеметы эти, конечно. Просто танк за. На, нафиг. Так. Я вроде убил огнеметчика. Надо, значит, обходить с фланга. Тут точку еще где-то строить, закрепляться. Если мы не можем взять. Они в лесу держат. Держит хорошо, просто. Так, я вроде на точке. Постреливаю. О, у нас тоже огнеметчики есть теперь. Да, только. Кайфы. Сейчас его снимут слева. Вот где отметка. Тут какой-то. Да ну как? Я ж первый выстрелил, блин. Бля, самолет! Кал. Не, так не пойдет. Так, все, я беру снайпера и, значит... Там опять танк. Дело принимает серьезный оборот. Сейчас водички еще выпью. Ну-ну-ну-ну-ну. О. Так, ну что, погнали. Жесть. Берили звездные войны какие-то. Вон, осталось так мало очков подкреплений. Ну да, даже если мы... Вижу, что танк где-то стреляет, но не вижу где. Можешь дать метку у него какой-нибудь? Вот там, вот да, там, там уже поставили метку. Вот где-то тут. В него бы точно найти, потому что я издалека его так не вижу, а вот если будет метка, будет почему стрелять, ориентироваться. Ну да. Пели. Отлично. Слева, Антох. Так, сильно нафиг. Влево убегаешь. Да тут это просто какой-то черт мелькал. Ну а походу я его убил, он уже вылез из окопа. Давайте, я там уже тоже несколько подчистил. Так, вижу говно. Вот не там. Наступи. Промить флажком. Что? Снайперкой убили? Танкиста, да вы что? Как так? Так ты выглянул, видимо. Не, может быть, да. Не, ну если вы не выглянул, равно... есть этот. Здесь есть противотанковые ружья, и они простреливают нормально. Ау. Так. Так они, наверное, все свои резервы потратили. Я их потому что вообще сейчас не вижу нигде. Где они? Не, у них резервы только у нас. Да, они. Просто бывает, ну, сломили оборону, пошли вперед, они не успели перегруппироваться нормально. Бывает. Но как-то мы и не подходим, они захватываем почти. Тут можно разрушить их ящик с боеприпасами. Ого. Ну да. А лучше разрушить их точки респауна. Это самое важное. Их можно разрушить. Да. Шо? Ах ты, зараза! Я почти подполз, ну что так. Самое важное тут инженер, это прям... Самые важные ребята. Илья, у тебя тут спрашивают, далеко ты дочитал «Кровь и железо»? Хочет узнать, успевает ли он дочитать, дочитал. Развели название однообразно. Думаешь, что мы не назначали следующую дату читалогов? Или это Максим спрашивает? Садись, я не знаю, может он скрывается под ником Максим. Ой-ой-ой, пришел огнемячик, нас пожег. А нет, я всех перестрелял, я молодец. Так, Уэс, осторожно, их там в траншее дофига. О, сколько там. Толпа пошла. Да ну нет. Немочек просто засунул свое дуло в траншею, в домик внутри.
всех по жопу внутри был. Класс. Гремячки, они такие, да, твари. Знаешь, за них как приятно в хату входить вообще, как батька. Как правильно входить в хату. Да, гремячки в этом плане прям вообще... Сам бы еще не горел, как черт. Ну, обычно 50 на 50. 50 чужих жгешь, 50 своих. Даур тебе понравится. Нет, слишком много чужих. Фига там, блин, пламя. Я застрял. Как будто концерт Рамштайн какой-то. Ага. Так, там огнемет. Че там перился? Мне кажется, у них есть какая-то точка респа прямо возле домика, потому что они там прям пачка вылезают. Они вот здесь появляются. Да блин! Ну они где-нибудь в траншее, скорее всего. Я в яме застрял, жесть. Антон, help me, I'm stuck. Это тебе не Spin Tires. Так, ладно, буду отсюда стрелять, куда смогу. Ну, попробуй поездить в разные стороны. Я вот тоже вот тут. Нет. Возможно, ты наехал на какого-нибудь ежа или еще какой-нибудь херню. Не-не-не, я вот просто залез в этот... в кратер от снаряда. Чей кратер? Насыпал в кратер. Да блин, блин, да, можно запретить бомбардировки, они задолбали. Это правда. У тебя еще массированных нет. Что ты не простреливаешься, питонище, а? Что там за танк-то такой? О, вот чувак прожег домик. Так, погнали, захватываем позицию. Так, как, да. Почему я загорелся-то? Почему я загорелся? Я даже к огню не подошел толком. Это передак твой. Это возможно. Я думал, как эту шутку покрутить, но ты успел быстрее. Да ну... Ну, сука! Все, нафиг, у меня пулемет. У меня пулемет. Это, блин, я серьезно. Так, Марлон. Да я два шага не прошел. Кто меня убил, блин? Вы чрел. Весь наш отряд положили. А где мой артобстрел? Почему только у них артобстрел? Мы захватили половину точек. Захватили, блин. Блин, ну все, все закончилось. Кто-нибудь убейте их. Вот этого чувака, он не сам. Я пытаюсь, но... Он там, а я... что ты, когда ты нажимаешь пятерочку раненый, ты под себя гранату выкакиваешь, да, получается? Да. Ну, типа... Я сейчас проверил, пытался от него отползти и в итоге, ну, не успел. Этот петух, он мне коктейль... А, мы захватили, отлично. Да, мы захватили. У нас еще есть шанс, две точки осталось, и причем они вроде там удобнее будет их захватывать. Да, скажи тем чувакам, которые не, там сидят. Это в городе это будет. Мне кажется, на открытом месте, где нас легче было порезать всех. Последняя точка, она, по-моему, на том берегу, если не ошибаюсь, она очень неприятная. Там придется. Там петух сидит. Сразу подор. Так, это наш огнеметчик, надеюсь, тут жжет избушки. Ну, наш, видимо, потому что на точке врагов нету. Сейчас мы, наверное, нахрапом возьмем. А может и нет. Кстати, говно какое-то появляется. В окне, блин. Чел, в окне.
Блин, сверху я такой заспавнился, пока на карту смотрел, вижу, что танк вражеский недалеко стоит, очень удобно. Выцеливать, приземляюсь на поле боя и понимаю, что нет, вообще тут мультиплеер спрашивает? Ну да, но судя по никам, да. Не знаю, может у них такие ники у ботов, но похоже, что иногда... Да не, почему? Здесь просто много ботов, и но один среди них есть человек. И мы не можем его победить. Смысл в том, что в прошлых катках были одни боты, а в этом один человек, и все, мы сразу, видите, проседаем. Представьте, их два будет. Да, жесть. Опа, опа, о, как хорошо прогрелось, там никого не осталось на этаже. Так кто... Ладно, нельзя останавливаться. Я занял этот... Да нет! Ну блин, ну я только залез в дом. Блин, у них справа танк стоит. Изгорел? У них прям по центру дома еще. Чё за фейерверк тут? Огонь там ушел. Не, ну эту-то надо захватить, чё? Ну уже почти. Нет! А второй огонь не потушил. В дыму ничего не видно. Так, я там... Как туда проехали? С этой стороны дома просто оставайтесь и... Все. ОВС там охватит. Ой, там танк! Только я хотел сказать, что... Пометьте танки, это же на танке сейчас будет танк на танк. Танк на танк равно танк в квадрате. Да. Добрый, я по своим, в отличие от тебя, не стреляю, так что. Так, а у меня вот танк с зеленый еще просто. Крупнокалиберными штуками, а нельзя вот, чтобы он бахал вот этой. R нажми. И пробел это пулемет, а R это противопехотные. А у меня вот основная, вот с которой я появляюсь, она вот как будто крупнокалиберным пулеметом заряжена. А, ну значит ты в этой, в, не в танке едешь, а в этом. Машина горит, двигатель уничтожен за одну секунду, это что такое? Вот так, да. Бывает. Надо более... Это война. А все, да, да. Сейчас либо захватываем, либо проигрываем. 20 секунд, так что всем на точку лучше бежать. Уже хоть как-нибудь, без разницы. Да, урвес. А, ну я... Но ну, у меня ног нет. Через 10 секунд мы проиграем. Ну там вот бежит кто-то. Блять! Там тяжко это бежать было, слушай. О! Тут чувак камин пошел поджигать. Последний просто забежал, но... Да, отлично. График обнулился, но... Надо что-то... Ну, врагов было на ней меньше, чем... А, все. О, там еще гнемечки пришли. Да, да, все уже. Кто там остался? Сейчас танк ездит. Заедет на точку. Что сделать? И самолет, танк и самолет, ну это классика. Надо просто, чтобы летчик десантировался и приземлился ровно на точку. Но он где-то нигде уже. Блин, тут чувак сидит задом наперед. Конечно, мы проиграли, чувак. Сидел задом наперед. Как он вообще самолетом рулил? Не, я понимаю, что это пулеметчик был. Я просто шучу. А ты что, думаешь, мы не шарим тут? Опачки. Я отходил тушить пожар, тут ничего, все нормально. Да, нормально. Нормально. А знаете, почему мы проиграли? А их больше было. Вон, видите, там... А, ну или нет, там на их стороне два чувака, у которых все по нулям, но их все равно больше.
Так, ну, в принципе, час отыграли, можем сходить сейчас в эти... Кастомки, да. Можно еще? Давай, посмотрим. О, куда пропали? А бойцы-одиночки куда пропали, чё? Внезапно. А, это, видимо... Вот. Я сам с собой. Так. Что-нибудь. Нам надо развалиться, или ты нас всех затащишь в кастомку? Ну, как мы перед этим запускали. Ну, мы сами по отдельности так заходили, да. Да. Ну, просто я сейчас не могу выбрать режим, потому что мы в пати все. Да, да, надо, да, из пати выйти, да. Да, ну, так не работает. Угу. Так, Блин, а как выйти? Я создал Modern Gun Game, короче. Звучит интересно. А, так, покину... пок... да... дайте нажать. Так, также по кантон? Да-да-да, пока Антон, ну и получается, все остальные... все, кто сейчас в чате, могут скачать энлисты по нашей ссылочке, а потом зайти в игру, завалиться, так что чё вы? Не, ну как бы скачать нужно было, пока мы играли в это, мы же предупреждали, а прямо сейчас вы можете залететь в нашу катку. Только Даур в нее зайдет. Да, да, пока. Я не вижу, как она называется. Я не вижу. А, вот, 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 вот. Все, 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 нашел, 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 нашел. Да, вот, вот как Даур заходите. Да. И все. Даур готов. Он уже кто-то Master of Doom, короче, какой-то. Или Доми. Master of Doom, но пицца. Да, Modern Gun Game, пока Антон ищете и заходите. Все. Вот, смотрите, набегает. А это наши. Мистер Сноумен, да-да, я его видел у нас в чате, мистер Сноумен. Ну, и я отключил. У нас или я вру. Хотя они, по-моему, появляются уже после захода. Вот в кроссауте там Хьоним понятно, кто ИИ, а кто не ИИ. А вот здесь такие ники, что фиг это самое. Это... Ну, просто нормальные ники брать, чтобы было понятно сразу. Или вообще... Надо брать ники бомбы. Надо просто по номеру паспорта везде ники писать, и все, и как бы всем будет. Нет, понятно. По коду CVV2 карты. Фига, у меня снайперка. Ух. Ну все, а, блин, держись. Я вспомнил. Нейповая? Это... Да. Так, а мы команда на команду? Да, только что-то в той команде на два больше. Да блин, я застрял в колючей проволоке. Ты я с собой спрошу, катки принес? Не отцепил тогда, да. Ах ты ж, ах ты ж гаденыш. А откуда они прут? Да отсюда. Они, короче, сейчас в одном и том же месте. Я просто до точку респа прицелился и... Че за... Как я загорел? Я не понимаю, что происходит. Даур, ты где огонь нашел? Я не знаю, я загорел. Тоже, наверное, с прошлой игры. Даур, где нашел огонь? Даур, ты по своим стреляешь. Ты что, мы же в одной команде. Мы, же мы в не в одной команде. Нет, ты меня так не обманешь. Ну, Даур, я в одной команде. Как-то этот перевес надо было. Нет, парни. Перевес, вы поняли, да? У нас... Черти, ну, ой, два черти. Раза больше. А, ну вон туда подсасывается. А! Так. Да ёпта, погоди. Так, это с твоей. Я только резаюсь, а ты уже меня видишь, так нечестно. Это наши. Даур, ты я, мы же с тобой договорились, ты чё? А это ты был? Даур, чё за фигня? А ты, так это не я был. Ты меня убил. Не, я отошел. Это... Секс, Сергей. О, фига я попал. Попал. У нас какое-то оружие, как будто современное, нет? Да, так да. Оно да, же да. Называется Modern Gun, ты шо? Блин, ну я... Сейчас ты еще немного поиграем, ты оружием с будущим из будущего побегаешь. О, кайфы. Так, секундочку.
Кода уже мы правда с тобой в разных командах, все нормально. Да. Только когда я стреляю, а когда ты стреляешь, мы. Да, мы считаемся. Переключаемся, да? Понял. Да, да, да. Меня кто-то с корабля убил, что ли, я не понимаю. С корабля. Горит. Да блин. Там гангейм есть в разрешенном городе, вот там весело. В разрешенном? А весь запрещенный. Может блин, быть, блин, тут лужа на стене. Отпечатался. Чувак, кто делал эту карту, он чуть лужу криво делал. А это кусок из основной карты, просто это смещенное место, по-моему. Да ну да. Где основное? Привет, Даур. А, привет. О, привет! Да блин, не видно. Спасибо ребятам. Не меняется уже несколько убийств. Что за прикол? Спасибо ребятам, кто наделал белую форму. Вас отлично видно на расстоянии. Вы просто такие заботливые. Там сверху вас написано, сколько киллов надо. Там бывает не по одному. Ай! Вот зря я пострелял туда. Привет. Опять это ты, да, Вес? Есть такой грешок. В разрушенном. Уэс, я убью. Я иду, чтобы убить тебя. Если в курсе, скажи точное название. Вроде бы я видел. Она так называется в разрушенном городе? А как они современные пушки засунули вот в эту игру? Да как? Не знаю. Так. Никогда такого не было. У нас и Скайрима не было с пушками. Свежая. Свежая? Да я чатик читаю. Так. Ну, с двух сторон, ну чё? А где вы? Я слышу выстрелы, но я не могу вас найти. Да я только поворачиваюсь в сторону. А, разбрелись. Вон, на вышке. А я чувствую, нормально. Фига, я попал в тебя. Чё там у вас я взял? Сквозь кусты. В рот он взял. Простите. Даур, извини. Я не видел треугольник. Опа. Если это какой-нибудь груз, конечно. Блин, да как так надо было появиться, чтобы сразу в колючую проволоку попасть? До школы Даура. Ладно, если бы она еще просто силу отнимала, так она еще замедляет, как я не знаю что. А ну, ты да, бери вот так вот и да. Ножкой потряси вот так правой, и получится. Динг-динг-динг-динг. Ножкой потряси. А! Зараза! Где вы взяли огнеметы? Я тоже хочу. Жесть. Вы зачем меня сожгли? До 14 убийств дойди. А я что, еще не дошел? А, у меня 10 всего. А мне на 13 дали. Это дайте себя убить 4 раза. Что я кое-что попробую. Я кое-что попробую, дайте убить 4 раза. Нет, так не работает. Ай, блин. А, еще один, блин. Сука. Я надеюсь, за только что? Один... Нет, не один килл надо сделать за огнеметом. Фак. Там написано. Хотите занимательный факт, вот пока меня тут сжигают, расскажу. Вы знали, что военная маскировка, вот эта вот, она не работает при прямом взгляде на цель, а она больше действует на периферическое зрение. То есть, если ты вот прямо не смотришь на этот, на замаскированного солдата, то ты его не увидишь. Особенно при беглом взгляде, когда вот ты проводишь взглядом, типа, наиболее действенно это работает. Короче, вот такая вот штука. Ой. Я поэтому проигрываю, я просто боковым зрением не вижу вас.
Я испугался. Я к этому. Кресло прям на мне. Добрый привет. Уэс. Я сам сгорел на работе. Видишь, это я наслал на тебя кару небесную. Где вы тусуетесь? Давайте определим место, где мы будем все тусоваться. Карта большая, что-то. Давайте, мы в бункере, а вы там, на улице. Давай ты ртом на стволе на моем. Раз на раз, давай, огнемет на огнемет. Че, ты победил или нет? Подожди. Ты тоже сгорел? Мы друг друга сожгли, да? Ну, в смысле, как, ты умер раньше, так что я победил. Ну, нет, я просто... Я килл засчитал, нормально все. Ну, но я... Ай! Да ну тебя! Нет. О, у меня огнемет! У меня огнемет! Я ресуюсь прямо на этой сраной колючей проволоке. Ну идите сюда, я с огнеметом. О, бля! Что-то вы все с огнеметом. Перестаньте. А если все с огнеметом, страшно, то никто не огнемет. Да? Ну что, давай проверим. Так, это кто? Привет, ты кто? Жесть, у меня какой-то пулемет такой, что аж, ну, типа, отдача. Ну, ник не вижу. С ума сойти. Блин, я просто никого найти не могу и... Смотри, я сейчас в воздух буду огнем стрелять, вот сюда иди. Да вы в одной команде. Союзник дебил просто, он взял вот... Я знаю, кто был этот союзник. Просто Даур подошел, начал в спину мне жечь. Я? Ты начал, ты предупредительный. Мы с тобой в бункере были? Да. Я развернулся, думал, мне в жопу кто-то за это припечь решил. И в итоге... А это был Даур? В итоге я убил Даура и умер от собственного же огня. Опа! Возвращаю тебе огонек. Фига, спасибо. Ну еще прикурить. Все? Просто сейчас здесь будет этот Муспельхейм, блин. Царство огня. А нету карты, где чисто со снайперками? Есть, я находил. А давайте. Да это еще более, мне кажется. Уэс забрал лидерство. Я не понимаю. Как это... Вот почему, когда я против огнеметчика, он побеждает. Когда я огнеметчик против любого стрелка, побеждает все равно он. Почему всегда так работает? Я что, в сосна играю? Я подумал. Да ну не. Не. Это какая-то глупость. Не. Смотри, лежит. Такой вот. Вот что ты лежишь, а? Как тебе лежит? Полежи на моем противне! Темнее. Все, я забрал у тебя лидерство. Или это не так работает? Все твои фраги мне не перешли, разве? У вас дальнобойная, я сыграю. Короче, сгорите вы все, а. Вот так вот. Охренеть, блин, какая же отдача епейшая. У оружия. Пулемета? Да. Ложись с пулемета. Садись. Ложись! Ну, а я, может, не хочу. К стенке прижимай. Бордюрчик. А, стреляй одиночными. Ну, да, короткие очереди. Да вы что, блядь, думаете, я не знаю, как стрелять из оружия? Ну, типа, там есть, короче, такая шпунька, ее дергаешь, и она делает так. Да. Короче, не промахивайся, когда стреляешь. Короче, и... это... Блядь, дайте мне Даура, пожалуйста. Есть я, трубка, блин, это сторона, где дырка, ты ее от себя держи. А я, может, хочу в рот поставить, да? А! Да я тут мужика убивал, блин, вы-то меня зачем убили? Просто такая цепочка из огнеметов, один в другого, за ним еще один. А почему у меня огнемет забрали, у меня дали какой-то... Человеческая огненная ножка? Да. Ау. С чуваком. Хрен, я так попаду. Так. Ой, извини. Мастеров в думе.
Ты откуда летит-то? Да вон он там за холмом. Да. Подождите, у меня что, дробовик? Вы что, шутите, что ли? Как я должен с пасом со всеми с вами сражаться? Ближе к концу там вообще нож. Вынь да положь, как говорится. А, так тут оружие все хуже и хуже становится. Да-да-да. Не, обычно. Ну, это обычно в гангеймах, по-моему, я так понимаю. В принципе, последний зачастую нож дают. Да. Ладно, я... Хоним, блин, ты за что меня убил? Я, блин, свой. Ты чего? Ты что вообще творишь? Так, я... Доброго слов даже нет. Так не играется. Как бы я так не играю. Ну ладно, я так играю, но иногда. Иногда не играю. А чё огонь сквозь стены тоже пришел? Вот этот вот пулемет ручной, это говно какое-то, как... Ему еще хер попадешь. Пулемет Бориса Бритвы. Бля, дробаш, говно какое, это как им побеждать? Давайте все уже на дробаши пересаживайтесь, я рот его ебал сходить с огнеметом. Да я другую хочу создать. Давайте мы в ту в базуку сыграем. Погодите, я еще не победил, я только на втором месте. Там играть не переиграть, Даур. Может, тебе ботов заспавнить, чтобы ты быстренько прошел весь гангейм. Короче, базука фест. Пока, Антон, присоединяйтесь. Ладно. Пока, Антон. Пока. Я дезертир. Дезертир — это который по пустыне ходит, да? Я кого-то убил с дробовика. Так. Вы заходите? Ладно, а так чё, уж куда? И быть, дезертируем. Базука, что-то там, базука, фан, горящая жопа, 18+. Да. А, мне из лобби надо выйти. Да. Да-да-да. Так, ну где по кантон? А, базука. Да, базука фест. Все, я готов. Опять я с Ильей. Илья, ну держись, блин. В смысле, ты меня это хочешь, да? Я тебя это хочу, да. Да я тебя сам это. Да я тебя сам хочу, да? Пришло письмо, значит. Ребята, добрый день, смотрю вас уже много лет. Интересен ваш канал на YouTube. А также сам увлекаюсь играми и слежу за индустрией в целом. Подскажите, открыты ли у вас какие-либо вакансии для работы? 27 лет. 27 лет у нас вакансии не открыты, но... В 27 лет вакансии нет. Нет. Нет, к сожалению, закрыты. Вот. Надеюсь, ты смотришь этот стрим. Было бы 26. Тогда бы, собственно, 27 уже все. 27, да, уже все. Ты уже старый, ты уже. До 27 все слоты заняты. Даже последнее занято. Уборщиком возьмете, спрашивает. Ну. Что ты хочешь убирать? На завод. На завод тоже можно. Так, о. А меня отправили в пустыню, потому что я дезертир, да? А чё за... Да, а чё за эти, ну, точки плавающие? Что это такое? Забей. Хорошо, ладно. У тебя ник стрелять или... Блин, тут еще какие-то как-то расчерчено. Ой, а что у меня? Как из этого стрелять? Блин, что это? Противник наседает на точку. Точка потеряна. Отступаем. Мы порталами стреляем? Есть. Я заспаунила в мосту. Я, кажется, читер. Забавно, когда ты спавнишься прямо в какой-то жопе. Твою мать. И часто ты так делаешь. И что там забавного? Я сначала другое хотел сказать, и потом упал, походу, туда же, где... Ёпта, а как отсюда выбраться? Ну ладно, я... А как... А тут...
Как какать? А, во. Убить солдата. Да, ёпта. Забавно, хотел сказать, появиться на одном респе вместе с противником. Одновременно. Вот это... О, у меня другая. О, ну наконец-то, блин, человеческое оружие. Это у какое? Ручной миномет какой-то. Ой, блин, хрен попадешь теперь из этого миномета. Да вот именно, да. Опа. Нес. Хоть с чего-нибудь бы вообще попасть. Да жесть. Блин, создатель карты, да он приколист, создатель карты, он этих точек напилил тут на этом квадрате 3000 штук зачем-то. О. Да эти, блин, снаряды хоть какой-то урон наносят или что это, или это шутка? Не шутка. Мне почему-то наносят, а я не наношу. О, я попал нормально через танк, прям перебросил. Они по дуге летят, это прикольно и... Не прикольно одновременно. Тупо, да. Опа. Дио. А я так и буду с этой гаусс-пушкой ходить. Да. Ты. Ну пока нет. Блин, а как? Стреляешь из нее сколько надо. Как мне отсюда выйти? Меня заспаунили где-то в текстурах. Давай, давай друг друга убьем. Ну, убить солдата нажми. Все, спасибо. Отличная идея была, давай друг друга убьем. Это нас спасло. Враг пытается захватить нашу точку. Враг отбросил нас назад. Точка потеряна. Да блин. Да что это за хрень-то? А, не оружие. Что я вообще никому урон не ношу. Избил прикладом. Да ё-моё. А, вы, это моя команда, блин. Ой, бля. Чё, откуда? А. Я же больше одного убил. Чё, почему опять один как будто? Ой, у меня другое уже. Да? Да, у меня другое оружие. Кал. А что за прикол? Стреляю из базуки, я уже два раза попал, у меня хитмаркер был, но я не убил никого. Ну, недостаточно мощная базука. Так это же, как, блин, не мощная базука, это что вообще? Погодите, в упор. Такая базука, она неэффективна против людей. Слушай, мы... А, нет, я думал, мы с Дауром опять друг друга стреляем. Че? Я не понимаю. Опа. А, блин. Пистоль. Ну, хотя бы пистоль, блин. Ну, от пистоля-то он такой с этим... Типа ракетный. Ракетный. О. Правильно, правильно. Подпрыгни, подпрыгни. Ладно, не надо прыгать. Все, я понял, как вас убивать. А, я понял, где вы заспавнились. И почему у вас ничего не получилось? Опа! Я нашел эту точку, где вы заспавнились и не можете вылезти. А, ты тоже там заспавнился? Да. Мне дали пистолет. А, это вот эта пистоль, которая одним одной пулей, да, заряжен? Да. Ну это гранатомет, ну, как, не знаю. А, ракетница такая, не знаю. Это сигнальное, что? Ну, типа того. Лол. Что класс. Да, жесть. О, ой, наконец-то мне дали, да, тоже эту ракетницу. Даур, ты постоянно под мои снаряды попадаешь. Зачем ты это делаешь? Я попадаю под твои снаряды? Ну да, последний ДЭС. Твой был от дес моего снаряда. Твой дес. Да, твой дес. Eat my дес. Я понял, у нас каждое оружие, да, действительно все более всратое. Это пистолет. Здесь чисто только ракеты. Да, что тебя... Чувак, подожди. Блин, ну... Да блин, я даже... Да...
Кол. Это вообще что за место? Я просто в каком-то подземелье. Под мост, что ли, упал тоже? Там просто респ есть вот, да, где-то в какой-то яме. У меня один респ был на мосту, я по центру моста зажат. А второй респ был вот это. Да. Уэс, ты... По да. Что меня обидел, а? Сорян. Ой. Я бы... То, чтобы сатаришь, что было. Так, опять базука. Окей. А-а-а. Тут я так же кричу, как в игре. Это вообще какая-то РПГ противно. Прям РПГ. Бля. У нас... В смысле, с прокачкой, с ролеплея прям? А. Да он про свои точки запарил. Да ёб твою мать! Как бить с прикладом? Прикладом? Кнопка мышки. Колесо. Средняя. Как будто нет больше кнопок на мыши такой. Кнопка мыши. Лол. Ой, Антон. Зачем ты меня... Блин, я вообще в текстурах появился. Блин, ну с этой вообще Unreal стрелять. Какой? Да вот, которая еще пол экрана загораживает. Я с него довольно быстро размотал. Да вон, я... За тобой полчаса шел. Все под ноги стрелял, и хер попадешь. Ладно, мне, видимо, суждено остаться в текстурах из-за... От нее как будто вообще радиуса поражения нет. Вот прям рядом бахнуло, а нихера. Да, да. Блин, да выпустите меня. Ты вот самоубийся, и все. Осуждаем, конечно, но что предъявлять-то? Спасибо, кто-то меня самоубил. Это ты всех решил, что ли? Блин, я опять в текстурах появляюсь где-то, это что такое? Ну, причем у два раза подряд. Да. И не выбраться. Блин, если прямо не попадешь чувака, вот вообще нет смысла попадать. Ну, о том и речь, что вот, ну, как будто зона поражения у этих снарядов нет. Говно. Ну, есть маленькая. Супер маленькая. Кто-то только что подсоединился с плазмоганом, такой. Привет. Вот это самая веселая, по-моему, часть была. Да. Я думал, мне огнемет дали, а это еще одна вариация. Здесь будут только базуки. Да понятно. Базуков. Я. Ну, можем перескочить друг друга. Типа на миг. О, я попал. Прям чуваку в лицо. Мне так кажется, что мои выстрелы взрываются в метре от меня, в воздухе. Просто бабахаешь, и перед тобой вспышка. Да. Я в трупе появился, и я не могу из него вылезти. Теперь ты един с трупом. Блин, сквозь него снаряд пролетел вообще. Что за говно? Так нравится диктор напряжен. Блять, да. Свои ски сразу захватывают. Он думает, что мы тут точками занимаемся. О, попал. Хорош. Помощь при перегруппировке, что? А, это рядом со мной просто. Наконец-то нормальная базока, блин, появилась в руках. О, а самого себя бьёшь вообще изи-пизи, просто тут же ваншот. Нечестная игра, короче. Давай нормальный режим, давай, чтобы весело было. Давайте. Пойду что-нибудь включу. В принципе, у нас вроде много народу набегает, мы можем обычную какую-нибудь каточку съездить. Давай на Диком Западе этот городок, который... О, да, вот он был такой прям экшоновый. Классный. Мне там понравилось. Я опять в текстурах.
Че за карта? Зато можно рассмотреть текстурки танка снизу. Так, теперь базука, которая стреляет выше, чем... Че за приколы? Я только привык ниже постоянно выше целиться, теперь нужно ниже целиться. Я к этому дерьму не готов. Так, а вот он у меня... Это в целом можно про карту сказать. Короче, если вы делаете карту в Enlisted, не делайте ее вот такой, пожалуйста. Не делайте так, чтобы в нее было интересно играть. Да, карта просто по тесте. Так, мне дали дробаш уже, или чё? А, не. А, вот это вот плазмоган, он всегда при нас. Да ладно. Да. У вас тогда не качаются просто. А что такое? А пофиг, ну зато весело. Не, ну с него тоже еще фиг попадешь. Зато если попадешь, то попал. Вот как я сейчас. Кто это, наш? Пофиг. О, с крутым прицелом. Ну, в смысле, с нормальным прицелом штука. А, ну что там с картами? Я уже не могу, у меня заканчивается... На уровне выдерживаю. Да. У меня голова заканчивается. Я вышел. Ну, давай вот это посмотрим. Теперь мне дали базуку, через которую вообще ни хрена не видно просто. Вот идешь и перед тобой такой щит. И ты такой щит. Блин, нравится, что эта игра на, короче, на поинты, и если ты убиваешь себя, у тебя отнимаются поинты, ты спавнишься в текстурах, я просто три раза подряд заспавнился в каком-то говне. Не просел дико. Нет. Ну, короче, да, Nuclear Waste, вон, давай. Yes, you're here. Говно. В общем, так нельзя делать больше. Ладно, с базуку стрелял. Норм. Так, Nuclear Wasteland. Это оно, да? Да. На этот раз я с Антоном, так что, Илья, держись. Снова. Не, ладно, можешь не беспокоиться. Я буду убивать только Антона. Да что-то сегодня я тебя больше мочил, чем ты меня. А чё это ты такой, а? А потому что ты сзади подбираешься незаметно и начинаешь там какие-то движения делать. То предупредительный выстрел из огнемета, то еще что-то. Так, а что нажать? А, я готов, да. Ребят, заходите, пока Антон, и карта называется Nuclear Wasteland. Да. Не стесняйтесь, заходите. Все, мы всех ждем. Давайте. Что кто, кто рубился, они стрим сделали потише, наверное. Заходите в новую карту! Все, вроде потекли потихонечку. Да. Гринко. Тут мы что делаем, кстати? Тут ничего, просто воюем. Просто катаемся по городу. Катаемся? Мы на танках? Не. Мы теперь сейчас будем в сталкер играть. Так. Ждем. Давайте там еще... Вот докер кул, заходи. Давайте тоже залечу, если обновляться не надо. А я не знаю, надо или нет. Смотря, когда ты последний раз заходил. Так, а это чё? Подожди, это компания? Нет. А почему мне отряды предлагают тут что-то? Ну, здесь так с надо? Отрядами. А, да. Это что такое? Это десматч тоже или что-нибудь особое? Ну, тут какая-то точка есть, ее надо захватывать, она, видимо, одна. А чё все зеленые, типа, нуклеар?
Ну, фига, голова летающая. Смотрите, давай, летающий противогаз. Погнали. Это ж ты? Наверное. А ты где? Просто, ну ты на меня смотришь. Зачем ты меня убил? Да, это был ты. Все, мы теперь знаем, кто где. Именно так мы все видели. Ну я думал, мало ли, вдруг это непись какой-нибудь мой. Ты же отряд выбираешь. Я подумал, всякое может быть. Я выбрал уже отряд. Я говорю, это ты бежишь, да? Я вот так вот. Без обид. Я просто, чтобы ты не скучал по Дауру, решил таким образом задействовать. Я тоже, я тут смотрю на вас. Я так и понял. Я готов выстрелить в любой момент. Ну, тут противогаз прям в воздухе висит. Я уже говорил. Ты что, не слушал? А я не слушал. Это у нас висит, а не у вас. Понял? Да. Это разные противогазы. Да. Нет, да, у нас не все стоит. С собой противогазы. У нас стоит все, а у вас висит. Вот так. Так. Угу. Че? Как голова не болит? Далеко идти, конечно, до точки, пиздец. Да. Есть такое. И если вы захватите, то не кончится раунд, потому что... Ну, будет уменьшаться у вас эти поинты респауна. Надо было просто этого строителя взять и поближе эти построить. Так. Откуда вы бежите обычно? Берите инженера, умирайте, стройте точку возрождения поближе, тогда будет плотно. А если нет инженера, что делать? Но он должен быть у всех одинаковый. Да? Да, но здесь. У всех отрядов есть самый нижний с гаечным ключом такой. И он строит точки возрождения? Да-да-да. Как сервер называется? Nuclear War, вроде бы. Да, пользователь... Пока Антон. Антон, ищите. Да. Nuclear Wasteland, по-моему, там. А, да. Получи, падла, кто бы это ни был. А, блин, они отбирают. Это я, вообще-то. Ой, прости, но он так сказал, это не я, это персонаж. Да я только вылечился, зачем ты еще раз в меня выстрелил? Это не я был. Это персонаж, да? Гироскоп. Почему гироскоп называется? Трасса. Гироскоп называется гироскоп? Гироскоп это ник этого. Ладно, я понял. Карта такая себе. Ну ладно, я Вейстунд нашел, наверное. Ее сейчас запустим. Тут, наверное, нужно, знаешь, 100 на 100, короче, сражаться. Да, у нас всего лишь 6 человек здесь. Да. Да. А я знаешь, не ждал от нее таких размахов эпичных. В упор снайпера кто угодно может расстрелять. Тьфу. Снайпера может обидеть каждый. А мне что-то отряд не появляется, это нормально? Мы вышли? Мы закончились? А, нет. Отряд не появляется, все понял. Другой отряд выбили. Все профукал. Ладно, не. Слишком просторная карта для нас двоих. Подожди, я взял же. Я же взял вроде бы этого строителя. Где мое строительство? Так, ладно. Так. Алло? Да. Да. Создал новую? Да, я создал все. Ну, Face Tag Wild West Gun Game. Версия 0.3. Блин, куда делся чувак из бункера?
испарится. Ну что, вышел? Я хотел его убить из дробаша. Ну ладно. Ты еще туда и дробаш решил взять? Полчаса бежать, потом еще дробаш. Ты псих, что ли? Ну мне так дали, я что мог сделать? Я не мог ничего. О, это тот самый этот Wild West? Да. Всё. Ну все, вот сюда все заходите, все, просто весь чат, 1489 человек, заходите вот сейчас же в этот сервер, потому что это очень важно. Так, по кантон. Нет, FaceTag Wild West Gun Game версия 03, вот туда заходите. Ты же на стриме показываешь название пока? Да. Ну, да. Оно, значит, что справа оранжевое такое, вот туда заходи. Качать игру нужно? Не качай, просто заходи на сервер. Ты поставь качаться, а сам заходи на сервер, и все. Да. Когда пока зайдешь, как раз закачаешься. Мне кажется, что это, если бы был какой-нибудь вот шутан типа Enlist, Battlefield или колды, которые в браузере играются, это все просто имба. Прикиньте, ничего не надо качать, включаешь и пошел херачить. Вот ну, есть такие темы. Да, есть, наверное. Ну, поскольку это не колда, батла или инлист, то про них никто не знает, понимаешь? Прикинь, просто как колда на 100 гигов у тебя в браузере, короче. Я бы посмотрел на этот браузер, что с ним было. Просто сразу комп в соту. Хром и так всю оперативку сжирает. Ну, по сути, это облачный гейминг. По факту. Ну да, да. Так, вот трое пришли, еще давайте. Вот там вроде разработчик тоже с нами. Точнее, против нас. Консервы вокруг. Ой-ой. Блин, почему вот я уже вижу, кто-то бегает, а у меня почему-то лаг в 25 секунд. Почему опять... В смысле бегает? А вы уже началось? А, я что тут сижу в лобби? Блин, ну я, короче, я не знаю, что происходит. Вот ты по мне стреляешь, я в доме? Вот кто по мне сейчас стреляет, скажите? Я просто, у меня стен нет, я не могу выйти отсюда. Ты посередине поля бегаешь. Да. Вот. Все? О, все, у меня нормально все прогрузилось. Ну, близкие карт. Кто там шмаляет? Это Уэс, это он. А? Ну, негодяй Уэс. Ну чё, это я разработчика, да, убил сейчас? Как тебе пули? Блин, а кто, как новые каски кто будет делать? Ты чё, блядь? Блядь. Да хватит мне с двух сторон, блин, два смычка. Вы чё делаете, ребят, вы чё творите? Два смычка? Да как попасть-то? Что такое? Просто разработчик себе каску не сделал, поэтому вот я его смог убить. Вот если бы он сделал себе... Моделируй себе каску. Да, давай, у тебя есть еще сколько там времени. Давайте смоделируем. Броник там такой сейчас. А. На танке... О, фига, он спрыгнул. Еще так ногу на ногу положил. Самый веселый режим. Ну, не считая компаний. Рэгдол такой. Да нет, о чем? Да блин! В Москве прям нормально так повоевали. Не, я говорю, не считая компаний. Ну, типа. Ой, тут еще оружие меняется, погодите. Это тоже гангейм. Да, гангейм. This is Wild West Gun Game. Special Edition. Я до дробовика дорвался, так что... Так что меня убили. Да ну-ка... Так, понятно, разработчик начитерил уже себе какое-то оружие, я не могу его убить, а он меня убивает. Так, читы-то отруби-то там, давай как-то... Ты же не можешь убивать! А? Ты же умеешь убивать! Да, ну, только его, тебя могу. Это деда. Что у нас? Блять! Блин, я одного сноумана только встречал. О-о-о, я застрял в меж... нигде. Кто-нибудь убейте меня, я посреди поля стою. Давай, иди сюда. Тоже вот это, да, тут, типа, как будто там стены невидимые. Ну. Вот так. Я там в самом начале появился, и я думаю... Кто-нибудь убейте меня! Прошу вас, молю! Я ничего не вижу. Ни объектов нет, ни хера нет.
А, лол, это не поле, это церковь. Не фига у тебя на нога. Это не крест, это... Да, вижу. Это чувак. Ой, а, блин. Там крест деревянный висит в воздухе. Из нее можно выйти, вот если прям здания. Под крест идти. Ну вот. Это, понимаешь, крест указывает тебе путь к выходу. Выходили выход из ситуации. Просто шли на крест. На Диком Западе так и было. Да ну что? Уэс, ты там с разработчиком дружишь, да? Он тебе читы уже скинул, я понял? Правильно? Блять. Это линейка. Воспользовался моей слабостью. Да, это сзади Даур. С берданки тебе. В берданку мою. Да, с берданки в берданку. Моя берданка. Подожди, у меня один патрон. Повернись, а сейчас? У меня тоже был один, кстати. Да ну... Не, ну он точно считерил, как бы, вот. Я уверен. Да, Кулдо, признавайся. Ну, просто режим разработчика. Он реально бессмертный. Блять, ну я же стрелял тоже. Ну я же и тоже не стрелял. Успел. Ай! Ах ты, это... Кто? Скажи, кто он? Подлюка? Назови меня сучкой. Извини, Гринкул. Ты слишком агрессивно бежал на меня, по-дружески. Слишком агрессивно бегаешь? Да. О, да, он дроби поймал. А знаешь, я не хотел ловить ее, как бы. А? Зачем ловил? Как тебе вот это, а? Да блять, как так издалека-то? Ну как так из такого-то вот далека? Как-то так получилось, понимаешь. Чем стрелял? С прекрасного далека. Издалека долго, из дробовика долго. Больно. Это как дробовик, только он стреляет, как будто, я не знаю, как. Ай! Как винтовка. Как будто дробинками, да? Не дробинками, я не. Ну, это, знаешь, дробовик заряженный, ну, пулевые патроны. Да, как будто дробовик, стреляющий пульками, вот так вот. Я хочу быть дробовиком, стреляющим пулькой. Да, блядь. Я искал тебя все это время. Опа. У меня, может, тенги? Ну, это не спинги. Чё, тенге? Выходишь и все. Тенге? У меня есть, да. Обычно меня сзади убивают, поэтому я пойду назад. А! И тут меня убили! Так, иду назад. Мне дали пулемет, с которого я не умею стрелять. Вот это, конечно... В смысле, не умеешь? Который с рожком наверх. Смотри, левая кнопка мыши. Левая кнопка. Не, ну... Опа. Вот, да. Хотя казалось бы... Что, получил удовольствие, да? Да не, просто я с того дробовика, я с ним уже бегаю, типа, миллион лет, по-моему. Да, говно этот дробовик просто. Не знаю, нормально. Нет, с дробовиками лучше, чем вот с этим. Я бы еще побольше побегал. Да, разработчик. На пол. Так, где враги-то? Во. Даур, ты вроде со мной в одной команде, почему я за тебя твои обязанности по убийству сопартийцев выполняю? А это ты меня убил? Дурной пример заразителя. А это был ты? Уволен, все. Хватит это терпеть. Смотри, АГшник увольняет кого-то. Вот смеху-то. Да кто-то на крыше-то постоянно сидит, Антон, слезай. Зачем ты туда залез? Слезай, а то упадешь. О, я за мечом. А штука. Я сказал, слезай, а то упадешь. А штука прикольная.
штука? Или шутка? Блин, опять дробовик. Ху! Давай махнем. Ты мне дробовик, а я тебе вот эту... Давай. Дергю. Блин, у меня опять одно зарядное говно какое-то. Да ну! Кто огнемет намутил себе? Хватит убивать меня со спины. Ой. Хватит. Блин, все горит. Блять, а вот тиммейтов вообще ваншотишь просто вот. Mm-hmm. Смотрите, как тут этот дрожит. Ладно. Стол дрожал, дрожал и исчез. Окей. Ой, сорян. Сука. Где вы все? Ну мне наконец-то понял. Дали. Тимкилы такие, тимкилы. Дёрти ред. Нормально ты его поджарил. Так. А! И меня! Зачем я полез в огонь? Блин, это так долго перезаряжается. Огнемет? Нет, у меня это... гранатомет какой-то. Ну, я вам скажу, полка здесь револьвер перезаряжается. Так надо с него попадать просто. Кому-то по мордам успел дать. С огнемета дают только 2 кило сделать и все. Обидно. 2 килограмма бензина. 2 кило, блять. Да блять, ой, простите, пожалуйста. Блин, вот реально, тиммейтов валю ваншотом просто. Фликаю и все, привет. Смотрел на поле, все рассматривал, никого не было. Только отвернулся, блин, сразу кто-то вышел и убил меня. Я тоже сейчас кого-то убью вот так же. Ох, не понял. Как я тебя доур, да? Да. Так, еще раз меня кто-то убьет, я за себя не отвечаю. Да блин, говно этот револьвер, задолбали. Да, отличный револьвер. Говна шмат этот револьвер. А кто там в церкви сидит? А ну выходи. Молится. Тебе ничего уже не поможет. Никакие молитвы тебе не помогут. Вот хоть чел с дробовиком всех убивает, я тоже так хочу. Ну, я тут что, с геймпада играет, а не касается автоим вот это вот, понятно. Мышка прилипла. Кубрик. Я не знаю, как ты там играешь, конечно, так. Возможно, тебе очень приятно. Фига, что мне дали? О, разрывные, нормально. Блин, я достаточно далеко, чтобы с тобой... Наконец-то. Чё? Игру скачал? Да. Да ёпты. Слышь, я только перезарядил. Хватит меня стрелять, когда только перезарядил. Блин, надо сделать, только... короче, свою карту, где будут только двух стволов. Я понял, блин. И монстры из Doom. Нет. И уровни из Doom. И Даур. Я в конце буду, моя вместо голова на пике. Даур. Даур будет вместо кака-демона. Блять, опять по своей... Да что ж так, упростите, пожалуйста, ребят, если вы слушаете стрим, я не специально, это рефлексы дурацкие. А что было? Я постоянно своих валю. Ну, типа, вижу, что человек, нужно же... Не сразу появляется отметка, что это друг или враг? Нет, сразу она как бы не исчезает. Но над головой всегда, наверное, так бывает, что это. Его просто заметить бы еще сразу. Ты когда прицел нажимаешь, вот тогда оно как будто бы явнее становится. Да ладно, ну просто рефлекторно. Да, не вижу просто всех, да. Опа, дайдихан. Вот с огнемета главное одно килл надо, а вот с револьверов по 3. Нормально. Господи, это снайперка. Кал какой-то. Моя снайпа, вот револьвер это кал. Здесь. Кто убил до меня прям? Кто это? Кто ты? Блять, где я? Убивайте цирк, после что меня. Ли? А я даже крест не вижу, что делать теперь? Ах ты. Ты потерял. Кажется, вышел. Да-да-да. Я потерял веру. Помогите мне обрести ее. Всё, нафиг. О, у меня огнемёт. Сделал... Вот почему с револьвера надо кучу фрагов получить, а вот с огнеметом ты
два раза убил. У меня, по-моему, дежавю какое-то, нет? Да, даже. Как будто кто-то говорил. А у меня уже второй револьвер какой-то. У тебя уже вторые фраги? Второй фраг? Да, блин. Я тебе скажу, после этого револьвера будет еще пистолет, а у него четыре надо убить. Но пистолет все пободрее револьвера. Да что только наши вокруг, блин, а потом меня все равно кто-то убивает, я не понимаю. Они, все они наши справа от церкви. Не свои ли убивают? Ну, такое ощущение, что свои. Блин. Уберите эти маркеры говёные, блин, они меня отвлекают. Кто их понаставил и зачем? Они висят иногда, как будто над персонажем, и мне кажется, что это свой, потому что... Пошел в пистолетный отряд, вижу. Перестрелка. Блин, и убиваются с него долго-то как. Жесть какая-то. Стреляю, попадание проходит, а не помирает. Ну, с пистолета, да, там выстрела 3 нужно сделать. Да какой 3? Надо... Ну, если попадаешь, то 3. А, кто? Бля. О, тут уже кто с саблей побежал, Антон. Я. Yeah. Прикрывай меня. А, сука. Сейчас ничего, сейчас я тоже даю. Будем махаться. Блин, мне кажется, в своего вас сейчас стрелял. В свои? Нет! Есть! Долго перезаряжается. Да блин. Не смог я тебя побить. Бля, после... Вот ты еще не видел самый говнистый пистолет. После сабли еще хуже? Да, он еще, знаешь, типа вот эту херню, ну, взводит курок после каждого выстрела. Саблей? Наган. Да-да-да-да-да. Бля, он же дробовик, он, да, тут что ты, бессмертный, что ли? Мечтаю, блин, о дробовике твоем. Ну, в смысле. Так, а ты... Чем с этим говном бегать? Все, я теперь Чингачгук. Надеюсь, лук есть? Не ори. Смог, я смог. Да ёп. Тут. Я только прицелился в голову. И топором промеж глаз. Вообще. Так бессовестно. Да кто? Опять. Меня опять маркеры отвлекли. Победа! Победа! Во, еще катку. Мало, мало, слишком. Ну я бы сказал, это кайфовое, да. Да, 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 здесь реально кайфово было. Ну или компанию какую-нибудь такую, типа. Нет, таких компаний нет, как это, черт. Ну, мы так, выходим, да? Да нет. Ну что, если готово дальше рубиться, то почему? Снова в это? Да. А, ну все, давайте. Я не против, я как бы... Я, кстати, если кто-то... А. Я просто думал, в следующем разу, короче, свою карту надо сделать. Так, да, Даур выбирает, кому это... Переметнуться. Ну я... Ну ладно, давайте в этот раз я за вас. Забирайте его, забирайте. Так, надо эту штуку. Да. Ого, плюс-минус ровно. Не, ну вы хорошо играете, поэтому давайте нас будет больше. Не, давайте я... Не, ладно. Не могу решиться никак. Не хочешь? Это кто-нибудь, перейдите на сторону синеньких. Не, давайте все за красных пойдем. Просто чтобы поровну было. На вас
Во, все, все, не двигайтесь. Да ёпты вы за ногу. Ладно, я переметнулся. Да. Все? А что ты? Каждый раз вышел? Ладно, пофиг. Или кто-то еще присоединился? Не знаю. Было вроде ж возможность. А, или нет? Ну, прожмите. Ну все, я готов. Так а если все прожмут, отсчета не будет, он сразу подрубится? Не знаю. Не, ничего не поменялось просто. А смысл то? Типа большинство нажало готов, и оно пошел отчет, или как это работает? Если. Куда говорить подключаться? Это... Пока Антон. Илья, это работает. Пока Антон, фейстак Wild West. Да, собственно. Там Wild West что-то должно быть. В общем, там. Да. Пока Антон. Браура должно написано быть. Даура. Кто создатель? Почему у меня опять 20 секунд? Что за... А кто-то он уже выходит из церкви, побежал. Помощь при перегрузке. Я, это я. 15, это что? Мне не выходить? Хотите меня убить в церкви прям? Что-то у меня кроме церкви еще нескольких зданий нет. Просто окна висят. Пожираются потихонечку. Да. Да. Да ты как? Так, что там за мистер паркурист? Ага, колду. Так, не лазит. Как вообще на крышу забираетесь? Да, без разницы. Запрыгиваем. Просто запрыгивай. Там можно на второй этаж подняться, выпрыгнуть через окно и... Можно просто подпрыгнуть. Жесть вы вообще, паркурщики. Да а чтоб тебя, не прыгайся. В этом плане, в инвиста точно нет. Кто из вас в шляпе бегает под окнами? А. Ты не можешь попасть по шляпе? Паркур то ли баг, то ли фича, потому что можешь забираться куда угодно, по сути. Блин, вы видите просто, как я фраги делаю, а? Вы просто... Каждый раз, когда... Не смотри на меня! Вот так! Что произошло? Куда это? Хорошо. Даур разогнался, смотри. Да. Блин, мне дали в награду вот эту вот говновинтовку. Одноразовую. Да. Неужели я тебя не ранил? Берданочка. Главное попасть и все. Берданочка? Ну да, она там даже так и называется. А как вы появились на крыше, которой нет? Вот мне интересно. Блин, оставайтесь на крыше. Мне так легче распознавать, что это враги, потому что внизу только враги, а вы все на крыше. А вы тоже не видите это здание? То есть. Не, у меня все нормально, у тебя проблемы. У меня просто. Я не знаю, что за херня. На тебя не хватило текстур. Да. И типа я всех сквозь стены вижу, но попасть не могу. Туалет что ли ходил? Кто? Я? За углом стоит, да. Но я там чувака убил. Что-то там, да, шухерит за домом. Да. Илюха. Один из дробашей такой, хотя нет, они все. Блин. Лютое говно. Че это я? Не знаю. Двухстволка отличная. Да, двухстволка вообще кайф. Да блядь, ну я ж стреляю по-другому, чё ты стреляешь в меня? Блядь, я еще, когда целиться начинаю, это какая-то жесть. У меня тут модификаторы дополнительные. Сложности. Илюха. Блин. Давай, я могу перезайти, потому что... Да, это конечно. Это просто жесть. Сбросится твой прогресс, но перезайти. Да, заходи.
Если стены появятся, то нагоню. Ой, я на крыше появился. Блин, а нафига я на крыше появился? Чтоб я тебя застрелил. Крыша меня закинула. Очень удобно, вы там двое появились. И... раз и два, я сразу проскочил оружку одну. Видно, что у тебя не дробаш был, да? О, у меня все здания. Даже церковь? Я не знаю, у меня вообще ни в прошлый раз, ни в этот никаких проблем. Да блин. Даже церковь. Это же церковь. Ой. Да, даже церковь есть, прикиньте. Ну кайся тогда. Покайся в грехе. Каждый день. Да как так? О, Вес, привет. Ой, прости. Ты что там? Ты откуда в моей заднице оказался? Я тебя не приглашал. Из задницы. Привет из задницы, как говорится. Mm-hmm. Ну, привет, Илья. Да почему? Прям в лицо. Я же видел, как у тебя лицо дернулось. В лицо из дробовика, который стреляет пульками, а ты не умер. Так, кажется, у меня оружие поменялось. Вес. Ну, Антон. Обидно было. А, это, походу, реально пневматика опять какая-то. Дробовик какой-то ебучий. У нее даже звуки. Как я не люблю Gun Games, вот это вот нечестность. Да тут опять меня на крышу заспавнило, не надо меня на крышу кидать, все. Блин, прикольно, вас на крышу спавнит, меня вот ни разу. Я один раз появился, но эта крыша была невидимой, и я растерялся. Че, невидимый? Это как эти читы сквозь стены, знаешь? Я-то видимый был. А, нет, нет, это да, но... То есть, я когда стрелял сквозь эти стены, я попасть не мог. Херня это все. Тут задерживаться, походу, вообще нельзя. Конечно. Да, господи, почему на огнемет-то всего один килл? Мне в прошлый раз два дали сделать. А? Слишком хорошо киляешь. Бля, я просто вышел такой. Руки в сторону раскинул, жги. Ладно. Да блин! Как через тележку вы вообще в меня попали? Теперь ой, снайперка в упор, это, конечно, говно полное. Чего? Прям в ягодицу тебе, на. Упер ствол, и все. Огнеметчик против этого стреляется. Ну так, чё, ладно, сгорите. Надо начать кого-то убивать, это как-то не очень удобно. Я случайно вообще попал. За что вы меня убили? Слушайте, да, действительно, тоже один килл и огнемет отняли. Ты думал, я вру тебе, что ли? Блин. Я надеялся, что мне повезет больше, чем тебе. Огнеметов там стреляют, веселятся. Вес фу. 5, я не знаю. Да, тоже. Ты переживал за мой прогресс. Никнейм из-за этого. Так, из этого пистолета одна. Драного сколько 5. Нужно убить? 3. Обычно тут. Так, ну где мой третий, давайте. Нас Илюха обходит. Каким-то боком. Будет с фланга. А где-то вот здесь перестрелка. Ну. Опять разработчик читер. Кого ты разработчик называешь, если понять много? Ну там никнейм. Для любого, кто Даура убивает, это Кулдо. Кулдо. Понял. Его могут убить только разработчики. Да. Поэтому Вес тоже разработчик. Вау. Тебе придется теперь стать разработчиком. Да, будет для того. Тебя приглашают разрабатывать эту игру, потому что ты убил Даура. У вас есть навыки в Java, там, в C++, нет. А почему вы пришли на эту работу? Я убил Даура в этой игре. Мне сказали, что это может сделать только разработчик.
вы приняты. Да ну блин, этот тупой пистолет, сколько мне патронов нужно выпустить? Все, наконец-то. Блять. Только сколько надо. Да все, блять, как. Кто? Да что ж вы все. А, я своего убил? Блин, прости. Наур был прав, что кругом одни союзники. Он во всех видит своих союзников. Прости, Уэс, прости, Уэс, я случайно, Уэс. Да, да, я не удивлен в целом, знаешь. Отлично. Ну, убил Уэса я. Не-не-не-не, тогда я. С пистолета, вон там написано. Это сейчас, а в прошлый раз. Ну, огнеметом кто-то обкатил. Увидел в этом отличную возможность. Какая же срань этот пистолет, а? Как будто я игрушечными этими пистонами стреляю. Блять. На тебе. Попал? А есть. Ой, я убил. Боевые пистоны. Ну все, пацаны, теперь я с саблей бегаю. Антон, доставай шпагу. Мне надо, только... У меня три нужно. Только не скрестите. Ай, блядь! Нельзя... Не скрестите струйки. Это было. А, все, ты не успел. Мне снова револьвер дали. Ну что, там еще топор будет следом. Ау. Ну сколько, нифига, я тут с пистолетом, все. Они сбиваются в банды, пацаны. Давайте мы тоже в кучке будем. И тогда им нас не одолеть. Наверное. Этим разработчикам, да? Банда разработчиков бегает. Они только так и могут побеждать. Блин, а вот этот действительно говно какое-то, который каждый раз перезаряжает. Отойди от меня! Ой, я опять убил своего, да? Прости, Илья. Это был не... Это был ты? Да, это был я. Я издалека тебя... Не выпускайте этого стоподромно. Ой, извините. Но я успел. А топором кидаться нельзя? Блин. Это вместо ножа. Да ну... Ё-моё, я не могу больше. Я просто всех раню и убиваю. В прошлый раз как-то... Да господи, хватит меня киллы тырить. Кто откуда? Ужас какой. Кто-нибудь, присядьте на мой топор. Я просто бегаю, я ничего не могу сделать. Блин, если этот револьвер перезаряжается, все, это капец какой-то. Какую-то помощь при перегруппировке еще дают. Ну это кто-то рядом с тобой резается просто. И типа ты какую-то роль в этом сыграл. Собака. Спасибо, блин. Это я думаю. Как истыли основной игры торчат. Так четко топором вмазал и не попал. Это был свой. Раза. Извините. Нет, стой! Ну блин! Еще догони кого-нибудь с этим топором. Так, иди ко мне, у меня меч на. Где ты? Меня. Какие-то собаки расстреливают издалека. Давай за церковью, все, на. Стрелу мне забил, да? Ну давай, давай. Говно собака. Да, наконец я избавился от этого тупого пистолета и взял другой тупой пистолет. О, я кого-то убил. Сука, я просто минуту шел. И воздух бил за кем-то просто. Кого-то убил в итоге. Да, 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 еле убил. Но он прям минуту от меня убегал, не шевелясь. А, прямой. Блядь, извините. Да, я был, я думаю, тебе больше не надо. Да и меня... А, в церкви. Я туда добраться не могу. Вот в чем дело. Ну, я, короче, против часовой стрелки иду. Да заколебали. Ладно, сейчас подождите. Взял украл метро. Ну еще какой петух, да что такое? О, блядь. Дайте мне до Антона добраться.
А ты сколько уже? Я видел 2 килла, а сколько надо, чтобы от сабли избавиться? Я вот не помню. Ну все, я избавился, извини. Все? Да, я... Да как ты посмел? Тебя вечно ждать надо. Да я резнулся прямо рядом. Я сам справился. А ты уже убежал. Я своими руками все сделал, без тебя. Да блять. Меня свой чувак зарезал саблей. Я резаюсь, и меня свой же херачит в лицо. Вы поняли. Я не дошел до сабли. Я вот на этом мини-пистолетике остался, который дамский там укус или что-то. Я дальше топора не дошел. Вот я два топор последний. Топор последний? Да. Я на первом месте. Так поэтому и выиграл. Ну да, ты ж кого-то убил топором, и все, и это как бы... Да. Там я все еще одно. У меня больше всего киллов. Че, народу прибавляй. Мы как, еще или все? Ну смотрите, я не против, можно еще замеситься. Еще? Ну, давайте последнюю. Да, последнюю давай. Бахнем. О. Да, есть еще 4 местечка, вот даже 5. Кто еще? Залетайте, ребят. Там кто-то вроде хотел в прошлый раз, не успел или успел, я не знаю. А было 16 игроков, мне кажется, оно увеличивается. Сейчас печеньку возьму быстро. Ну, да, я до 20 увеличу. Так, у нас кто-то. Пока он за печеньками ходит. О, все. Перегруппировали. Дайте мне с Антоном поиграть. Он слишком хорош, я боюсь против него. У нас это, блин, вы что, угораете? Нужен еще один за синих. Срочно, срочно! Блин, я вас обманул. Я обманул вас, я взял не печеньку, а конфету. На самом деле. Эй, ну-ка иди, ищи печеньку. Вот так. Блин, а я забыл, куда я дел конфету, которую ты мне дал, Даур. А ты ее оставил, а я ее забрал и съел сам, вот так. Я ее оставил, правда? Да, да, да. Это она сейчас у Даура во рту. Специально дождался на стриме, чтобы... мог бы оставить свой член там. Это упущенные возможности. И когда так обидно не было. Какой шанс упустил. В лотерейку как будто один номер не совпал всего лишь. Да хватит. Не стреляйте в меня, пожалуйста. Пацаны, не стреляйте друг в друга. Блин. Почему? Я уже перезашел, а у меня все равно. Ну, у тебя игра быстрее загружается, чем текстура. Не, ну это. Привет. Слушай, у меня не работает винтовка. Она холостыми стреляет, я не понимаю. Опять меня, блядь, наш чувак убивает. Что такое? За шо? Хотя, ладно, стоп, я уже убивал. Ну, совесть-то имейте. Ай. Так, я смотрю, трайхарды подтянули, все. Игра не будет легкой больше. Никогда. Блин. Ну, в принципе, спасибо всем. Эфир заканчивается. Верните мне дверь. Я что-то пока еще ни один не могу сделать. Что такое? Надо просто на Даура охотиться. Ну а что в меня стреляете, блин, вот вокруг мои союзники, Даур, в них стреляйте. Даур, ты где? А, я понял, ты просто в эту команду перешел, мне некого убивать стало. Ой, да пошел ты, я тебя тоже убивал. Ну, статистическая погрешность, как говорится. Ясно, разработчик меня убивает, унижает. Понятно. Вот так, да? Разработчик, ты неправильную тактику ведешь. Смотри, ты должен наоборот поддаваться, чтобы мы почувствовали, что мы можем в этой игре побеждать. Азарт, да, почувствовать? Да. И приводить друзей, показывать, смотри, как я побеждаю. Ага. Разработчика, между прочим, да? Да. Блин, а вот на этот раз прокрутилось все, кроме церкви. Опять? А я первую церковь вижу. О боже, она прекрасна. Интересный у вас интернет. Веру обрел только что. Люблю церкви.
Может, в Казахстане не прогружаются церкви? Там только эти, как его... Мечети, да? Да, да. Или там буддизм тоже. Чё? Или там буддизм. В Казахстане? Нет, с ислам. Ну, типа как в Бурятии. В Бурятии что, буддизм? Ну, там да, же буризм, нет? А в Азербайджане азербайджизм? Следует твоей логике. Азизм. Азизм. Азизм это, короче, философия, когда ты берешь просто минимум, то есть азы. Вот. Нет, когда ты просто говоришь, азм есть, пацан. Так. Ай! Я получил двустку. У меня она уже давно. Теперь неси пелен. Дайте свою конфету. Да дайте мне выстрелить. Да. Очень много людей стало. Очень много. Очень много плохих людей, да. Я согласен. Они все нас убивать хотят. Очень за плохо. Них назначена награда. Зрабы просто понаехали. Убивают всех. Жестокие. Интересно, это свой менял? Ай. Там написано справа. Я не успеваю. Все слишком быстро происходит. Если обидно, значит свой убил. Если нормально, то значит враг, скорее всего, был. Даха. Ой, тут уже с гранатометом. Блин, у нас на бастике у них прям ускакал. Фига, я пошел месить всех. Главное, не убивайте меня, только сказал, и все, и убили. Ж просил. Неубедительно звучишь просто. Я ж просил не беспокоить меня, когда я пылесошу. Я же только зарезался. Окей, Даур. Да, блин. Только появляйся, сразу вы вне зоны доступа. Вы неопознаны, вы дышите воздухом. Да что это за винтовка такая? Да ладно, да откуда? Попал прям. Это прям четкий шот был. Я видел. Был куда полез? О! Так, а ну спускайся, а то упадешь. Фига там подорвали массово наших. Даур, куда полез? Я полез, чтобы снять того, кто уже там был. Я там наверху был. Я за него беспокоился. Пневматическое говно. Чё он так херово начал стрелять, блин? Блин, там было написано попадание по союзнику, плюс сколько-то очков, я прочитал попадание союзнику в очко. 10 очков. Да ё-моё, ну мой, это мой был, чувак. Да, блять. Там спрашивают, Даур стримит? Не-не-не-не, это разработчик так играет, он не умеет играть, нифига моим. Я вообще там, я киллы выписываю один за другим. Как же долго перезаряжается гранатомет этот сраный. Ну да, он еще, знаешь, да, вроде зарядился, потом еще такой этот... А, нет, еще тут накручиваю что-то, ну. А потом класс. Еще тут передергивать после зарядки. А, мы друг друга убили. Кек. Почему выстрелы всегда где-то вдалеке? Пока я до туда добегаю, меня убивают. Это какая-то вот замануха. Я не пойду больше на выстрелы. Ну, так работает оружие Даура. Оно издалека убивает? Сделано, да-да-да. Сорян. Огонь какой-то.
Да, да, блин. Рикел вам ответ. А, вы кто? А что тут происходит? Да вы? Меня сожгли нафиг, блин. А я даже великих астрономических открытий не сделал. Типа даже как бы не это, да? Даже и эту революцию во Франции не устроила. Угу. И к тех своим. Да вы со своими гранатометами, блин! А чё, мы не люди, что ли? Наберут себе гранатометов и друг друга. И долбят меня в задницу. Ау. Какой-то кондоручина. Чувак тут растянулся, блин, как... Как этот... Как Луфи, блин. Дуфи. Так, мне нужен еще один. Этим будешь ты, нет? Блин, нет. Да. Да. Я за что? Убью. За что, Илья, блин? То, что я в тебя начал стрелять, это не значит, что ты должен убить меня. Шоколад не виноват. Я все это время думал, что по мне враг оттуда стрелял. Вот ты сам сделал меня разработчиком. Вот что я тебе скажу. Короче, спасибо. Что за хуйня? Какой-то дробовик, который делает... Я вплотную в спину стреляю. Он делает больно по-другому. Который пульками стреляет. Охренеть, 3 килла одним выстрелом. Вот так вот. А слабо? 3 выстрела и 1 килл. И ничего, да? Да. А я вот так могу. Да блин. Вы что такие трайхарды здесь? Реально. Ой, я убил кого-то. Я гонюсь за нубастиком. Наконец-то у меня гранатомет. Ну все, блин. Кто тут гнемет сраный? Просто всех своих сжег. Ну вот так. Кто еще? А, я тут, блин, гранатами командую. Ясно? Вот так нафиг. Вот, ну бастик. Обдаурчик. Мне дали винтовку снайперку, когда я не просил этого. А почему ты нажимаешь на Т, потому что у тебя огонь, и он, типа, 10 тысяч раз сбивается? Надо забить. Зажимай. Я зажимаю, да, и он такой... Ну, ты, может, на огне стоишь. А, наверное, да. Ты ходишь по офигенно тонкому огню. Да. Знаешь, надо устранять причину, а не следствие, как бы, понимаешь? Но мне же не пишут «отойди ты от огня», пишут «нажмите Т, чтобы пустить огонь». Это все равно, что под водой пытаться открывать шире рот, чтобы дышать глубже. Ну. Просто не рассчитывай, что ты сам поймешь это. Ну они переоценивают меня, я скажу. Если не хотите сгореть, сойдите с огня. Для начала, да. А потом поговорим насчет, что можно. Сначала делать. Убедитесь, что вы не горите. Да господи, пистолет. Это ты в церковь зашел? Не такая сразу. Да господи. О. Да, это был удачный. А, не стреляй! Блин, Вес. Вот что ты, на что ты натворил? Полез. Вот, ну что ты натворил? Хз, сорян. Ты хоть понимаешь, наверное. Что ты... Ты не понимаешь. О, Илюха. Удачно попал под мою пульку. Да, у меня все, не было хитов почти, так что... Ну, хорошо, спасибо. Мне как раз такие нужны, чтобы у них было мало хитов, если одного выстрела мог застрелить. Это очень удобно, на самом деле. Потому что с этого пистолета больше двух попаданий сделать. Куда ты побежал? С вилкой. Ааа! Да ну! Кто тут передо мной вылез? Спасибо, блин. Реально вот спасибо. Привет.
Да как? Рутгер Хауэр или кто ты там? Ну кто вот, передо мной? О, наконец-то. Мечник есть. Да блять. Я знаю, ты как из моей шопы. Жесть. Есть. Что мне делать с этим кулаком, который мне в конце дали? Типа иди дрочи, что поясни. Лох. Ладно, нормально покатать. Да, 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 неплохо, да. Неплохо, неплохо. Да. У нас еще так плотно что, ну... было прям по людям. Я, кстати, да, я на третьем месте у нас в команде. Я не такой уж лох, как может показаться на первый взгляд. Вот. Ну, с нубастиком ноздря в ноздрю просто шли. Короче. Я даже сыграл лучше, чем разработчик. Ага. Я все еще не помню, кто там по-твоему разработчик, Ник, скажи. Кулдо, ну вроде бы. Вес пошел его добавлять в друзья. Нет, баня совсем. Что тебе нужно разработать? Баню затащил. Пойду в баню совсем. Пусть он мне что-то разработает, да? Да. Так, ну чё? Все? Тебе дали в конце. Ну все? Да. Ты можешь подрочить врагам. Довести их до бессилия просто, чтобы они не могли уже винтовку держать. Да нет, ты их доводишь до бессилия, они тебя выстреливают в лицо. Вот так разработчик. Вот так Даур натыкается на разработчиков. Так, ну ладно. Все? На этом мы заканчиваем. Да, да, давайте. Здорово, повеселись. Да, спасибо всем, ребят, кто пришел. Было весело, было классно. Вот. Вот так. Всем пока, да. Все. Скачали игру? Скачали. Да. Молодцы. Я думаю, что все уже скачали просто, и поэтому даже не задаемся таким вопросом. Потому что ссылочка-то есть, вы знаете. Будем играть с вами. Да, да, проходите по ссылочке, все, все как надо. Вот. Когда у нас в следующий раз там Enlisted? Ну, в общем, следите за расписанием на сайте, да. Вот. И заходите с нами поиграем вместе. Это весело. Только, блин, не убивайте меня потом в следующий раз. Нет, ради этого как раз и заходите. Да урва подрочит, а вы его убьете. Нет, я сделаю все, что угодно, только не убивайте. Бежишь такой с кулаком. И кричите, пожалуйста, только не на лицо. Вы уже выключаете, потому что я смотрю. Все, да, выходим. Разговоры не в том смысле. Пока.